Администрация города Хасавюрт объявляется конкурс управленцев. Подобное на муниципальном уровне проводится впервые в Республике Дагестан. Что это означает? Это означает, что у каждого жителя города, республики, да и страны в целом, появился шанс реализовать свой управленческий и исполнительный потенциал. В первые дни конкурса более сотни заявок от желающих проявить себя и получить работу в муниципалитете. По сути, впервые в своей истории абсолютно любой желающий при наличии высшего образования может попробовать свои силы в деле муниципального управления. Заявку на участие можно оставить на специально созданном для этого сайте и уже по приглашению принять участие в следующем этапе. 1 октября в Хасавюрте стартовал новый управленческий конкурс «Открытый муниципалитет». На сегодняшний день за такой короткий срок мы уже набрали более сотни заявок на конкурс. Вся образовательная программа конкурса, она проходит при содействии Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Конкурс предстоит пройти 3 этапа. Это первое – тестирование, написание эссе и непосредственное занятие ассисмента. Отбор победителей будет проводиться в несколько этапов. Это прохождение тестирования и написание эссе. Вся работа будет проведена на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства в столице республики. После оглашения результатов последнее слово останется за членами экспертной комиссии. На этом конкурсе кто выиграл, он попадает или в резерв, или же на свободные вакантные места на работу. Так что, я думаю, это улучшит работу нашего города. Все детали подготовительной работы обсуждаются на еженедельном совещании организационного комитета под председательством первого заместителя главы администрации Каргалии Каргалиева. В первую очередь обращается внимание на строгое соблюдение обеспечения прозрачности и открытости отбора участников и его победителей. Как подчеркивают организаторы, главное это отобрать креативных и полезных специалистов. Спектр направлений, по которым будет формироваться кадровый резерв по итогам конкурса, самый разнообразный, начиная от вопросов образования, культуры, заканчивая жилищно-коммунальным хозяйством. 25 октября заканчивается период приема заявок. Далее участников ждут еще 2 этапа отборочных мероприятий, после чего 11 ноября город узнает имена победителей, которые в свою очередь смогут получить возможность реализовать себя в деле муниципальной службы.